Новое назначение в управление МВД по городу Чебоксары. С 22 июля начальником назначен Сергей Павлов. До этого он занимал руководящую должность в МВД по Новочебоксарску. Сергей Павлов сменил Валерия Жуковца, который переведен на должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Чувашии. Практически с корабля на бал. Новый начальник начал свою работу с подведения итогов за первое полугодие 2013 года. За это время в городе зарегистрировано около 3500 преступлений. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Раскрыто 2304. К уголовной ответственности привлечено 1517 человек. Хищение чужого имущества занимает первое место среди других преступлений. С начала года в Чебоксарах произошло 15 убийств. В основном криминальный фон создают, конечно, районы, это Ленинский район и Московский, где в среднем совершается по 120-81 преступление соответственно. Основные категории лиц, наиболее часто нарушающие уголовное законодательство, это неработающие, ранее судимые, а также злоупотребляющие спиртными напитками. Ограничения продажи алкоголя пока ожидаемых результатов не дали. Большинство преступлений совершаются нетрезвыми лицами. Вытрезвители с недавних пор ликвидировали. Всех пьяных сейчас полицейские доставляют в больницу, а потом их привлекают к административной ответственности. Большинство пьяных в виде какие преступления совершаются? Это нанесение побоев, так ведь? Хулиганство, иногда грабежи. Вот такие преступления. Меры принимаются, но... Наверное, все-таки недостаточно. Нам необходимы дополнительные меры. И будем сейчас анализировать и работать точно. В первую очередь полицейские собираются работать с конкретными видами преступлений в микрорайонах с напряженной преступной обстановкой. Будут проверять ранее судимых, тех, кто стоит на учете у участковых. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Также на конференции в МВД отметили, что в связи с последними событиями в Москве будут тщательно проверять и рынки нашего города. Напомню, в минувшие выходные уроженец Дагестана на Матвеевском рынке в столице России избил сотрудника полиции. Большая часть продавцов чебоксарских рынков – иностранные граждане из Таджикистана, Узбекистана, Дагестана, Армении и Грузии. Они официально зарегистрированы в Чувашии, но небольшой процент нелегалов все же выявляется. По словам Сергея Павлова, за последний месяц в Чебоксарах задержано 15 иностранцев – без соответствующих документов. Пока миграционной службой решается вопрос об их выдворении из страны, граждане находятся в спецприемнике.